Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опыт «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем «Платина», «Веном». Так, ребятки, что могу сказать? Платина мне нравилась всегда, когда вот я в первый раз услышала. Почему-то она мне сразу понравилась. Не знаю почему, ребятки. Даже в то время еще вот только начало было, вот он слова так произносил. Непонятно было. Это вот только-только начиналось. И даже в то время он мне нравился. Вот нравился. А сейчас это уже модно. Вот так слова вуалировать. Человек, чтобы думал сам, о чем трек, что там. Интересно, понимаете? Люди слушали, им интересно дослушать было. Может, в конце что-то он скажет, может, не скажет, ребятки. Понимаете? Вот поэтому нам нравится это. Неизвестность. Мы сами додумываем. Поехали, друзья. Теперь я просто плачу. Этот паркинг, где мешаю, сэр, душа. Она не понимает, о чем я сейчас говорю. Снаряжение по выпивке, как ты много шумуха. Дети дают только для себя шубу. Молодой белый с деньгами. Молодой белый с деньгами. Молодой белый с деньгами. Молодой белый с деньгами. Ощущаю землю в ногах. Я богат недавно, я богат. Я демон, я не видел, не сказал. Мои пацаны спят с калашом. Она снова звонит, пишет в самолете, на моем айфоне, она сухарей. Ребятки, ну я поняла, я же слушаю слова, прислушиваюсь, да? Трек о любви, про девушку, девушка ему нравится, он номер телефона ей дает. Вот о любви трек. Put by me на стройке, мой портфель пятерки. Я давно не в школе. Я пил лапу с тобой, раньше подъезжал на школе. Боже мой, я так и точно. 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 Питер Паркин Бен, я мешаю сэр Бру. Она не понимает, о чем я сейчас говорю. Смотри, где не побыть, так и как ты много шуба. Дети дают только для себя шубу. Молодой белый с деньгами. Молодой белый с деньгами. Молодой белый с деньгами. Молодой белый с деньгами. Друзья, что скажу? Ребятки, что скажу? Мне очень понравилось. Мне вообще нравится эта группа. Я говорила вам, еще раз скажу. Голос у него очень красивый. Поет своеобразно, не как все. Все понравилось. Трек о любви, ребятки. Слушайте, наслаждайтесь. Пока, друзья.